Всем привет! Всем привет! Сегодня хочу похвастаться вновь приобретенным чайником. Когда-то у нас был такой, я его сломала, пыталась оттереть вот в этой крышке. В итоге достали старый чайник Philips, он меньше объемом, всего 1,25 литра. Это 2 литра, но дольше хватает воды, и мы часто пьем чай. Этому чайнику 10 лет, он, видишь, уже весь вышаркался. Чем удобен этот чайник и почему мы снова вернулись к нему? Это дистанционное управление. Каждому лень идти ставить чайник, а так с телефончика включил. И, в принципе, он уже сам работает. И плюс очень нравится разноцветная подсветка. Ну, это для девочек больше, наверное. Радует глаз, да, такой? Да. Он с момента закипания меняет цвета. По факту уже, да, то есть как бы закипел. Ну что, коробки там покажи, сейчас не ушло. Если мы делаем обзор уж. Потому что я зашел на кухню, а смотрю, она уже чайник старый, уже туда трамбует, вот в эту коробку. Тут что есть? Руководство по эксплуатации. Угу. Тут рецепты чая. Ну, мы как обычным чайником пользуемся. Ничего дополнительно не завариваем. Хотя на чайнике установлена гравировка температуры, и здесь вот можно выбирать любую температуру, какую тебе надо для подогрева, для заваривания, потому что, говорят, разный чай, там черный, белый, красный, он требует разной температуры. Пипец, ну мы колхозники в плане, там, как бы, нам вскипел, как бы поставили и все. Сейчас он, видите, зелененький, потом он будет синенький, красненький, оранжевенький, ну, вообще сам по себе прикольный. Что еще хочешь попасться? Все, где-то еще была эта гарантийный талон. Я его уже, наверное, убрала. Угу. Вот такой был чайничек. Ребята, кстати, по воде фильтр, который мы поставили, получается, который у кого накипь часто и у кого есть такая проблема, вот, и который мы фильтр поставили. А, давай открой магнитный. Дверь. Магнитный. Да. Так. Ох. Вот этот фильтр магнитный. Что скажешь по нему? Накипь у нас пропала. Мы очень переживали, что мы сначала купили этот фильтр, а потом очень много... По телевизору, да, увидели, да. Что он как бы безэффективен, угу. И как бы деньги на ветер. Ну, Саша говорит, раз купили, значит ставим. Мы поставили, действительно, накипь пропала в чайнике. А там вообще пить было невозможно. Пропало, там просто было невозможно там пить. Там сразу видно осадок такой. После первого кипячения там уже все плавало уже. Вода у нас такая плохенькая. О. Каким сейчас цветом загорится? Я не помню, синеньким, потом оранжевым, оранжевым, наверное. Я вообще, ребят, пытаюсь Маринку всегда вот эти обзоры, говорю, купили чайник, надо записать. Она говорит, хорошо. И она это в долгий ящик положила, сейчас захожу на кухню, смотрю, она уже пихает старый чайник в новую коробку. Я говорю, ты чё? Я убрать, а вот так вот рассказать классно. Людям, что же новый чайник купили, вот такой вот классный, что тебе нравится. Почему нет? Ну да, цвет такой желтый, а уж и стал. То это есть... очень прикольно ночью смотреть, когда темно, и заходишь, и на чайник играет разными цветовой, такой, цветами на кухне. Ну, а ты вот вообще, вот если честно, приложением пользуешься, вот так чайник включать? Вот только чайник включать. Потому что Саша вечно, дайте мне чай. Понятно, почему ты его опять поставила. Да. Да, лишний раз сходить на кухню, включить чайник, а потом еще сходить и налить чай, да? Здесь хотя бы лежа на кровати включил, ага. Вот вы вытяжку сюда купили, она стоит в коробке, потом запишем про нее, кому будет интересный обзор. По стиральной машинке мы, если надо, рассказать можем по инвентарю, по посудомойке, по плите, да, отдельно, потому что мы уже попользовались по холодильнику именно такому, он большой, огромный, как бы, ну, кайфовый, то есть по деньгам мы брали, также по акциям все его. Ну, крупную бытовую технику все индезит брали. Да, кроме плиты. Кроме плиты. Ханса, плита, ну, да. Объясним почему, потому что там не было индезит такой именно. Ну вот, смотрите, он уже оранжевым стал, но мне больше всего нравится цвет, ну, сейчас светло, мы днем снимаем. Угу, ну, точно красненький. Да. Да, красненький. А ночью заходишь, вообще прикольно. Разного цвета музыка такая. Но без музыки, но цвет. Все, он запищал, все, он прокипел, получается. И объемом он 2 литра. Да, вот этот, а у нас этот маленький. Литр, да, 250. Он, вот видите, он маленький. Я его постоянно наливал вот больше, чем он есть. Как бы вот прям. Это вот старая, вот раньше вода у нас такая была, мы пытались ее отмыть сколько можно. То есть, ребят, ну не получается, мы его кипятили, чем только делаю. Вот настолько она уже пристала. Это, а Маринка раньше всякие средства покупала. Да, я говорю, возьми простую лимонную кислоту, брось, и все будет нормально. Прикольно.
Причем здесь я покупала лимонную кислоту, да, а когда средство покупаешь, там надо до определенной температуры, там 40-50 градусов. Я еще тут радовалась, думаю, тут хоть написано до 50 градусов, а с управления с телефона здесь вот только 40, 55, 70 ага. получается. Когда ты в телефоне, ты можешь прямо до градуса там, тебе надо 49, ты можешь 49 выставить там или 53. Такая погода, на окошко закрыть, что-то прилетает. Ты пух, видимо, пошел опять. Чем удобнее приложение. Угу. Ну все, новый чайник. Довольно? Главное, сейчас не буду его оттирать. Довольно, все? Да. Ну хорошо, теперь можно вот этот, ну покой опять старичка убирать. И вообще надо это, вот это такой у нас, это он уже сколько вот, да, вот что она выручает, как бы раз его достали, он снова как бы, ну даже название уже стерлось, ему лет 10 уже. Такой старенький, я его покупал. Ну все? Да. Всем пока.